Активность клещей пошла на спад, говорят специалисты. Так, за прошлую неделю по краю зарегистрировано 1500 случаев присасывания членистоногих. Для сравнения, пару недель назад этот показатель был в 2 раза выше. Чаще всего страдают жители центральных и южных районов. В Красноярске наиболее опасные места – это окрестности Столбов, Николаевской Сопки, микрорайон Удачный, Плодово-Ягодная станция и Бадалык. При этом эксперты подчеркивают, численность клещей все еще высока. Их примерно 34 особи на километр. Поэтому, отправляясь в лес, нужно быть максимально осторожным. Не все клещи безопасны. Значит, те, которые вы обнаружите у себя, может сдать на сопочник 28. Там это все принимают. Ну, а если, знаете, вы обнаружили присосавшиеся клеща, немедленно в учреждение здравоохранения. Немедленно. Там вам поставят соответствующие, сказать, иммунопрофилактику.